Какие книги вы читаете? Я имею в виду жанр. И что бы вы посоветовали прочесть как обязательную книгу для того, чтобы ее прочесть? Вы любите книги? Я читал книги раньше, много. Ну, не так много, но считаю, прочитал самые важные для себя книги из мировой литературы. Не могу похвастаться, что я хорошо знаю свою культуру, что я там Руми знаю или чего-чего-то, потому что не знаю. Но я чувствую это, оно живет во мне. Мне, может, и не надо это читать. Я уже давно с ними вместе. Но если говорить про книги, если бы я это бы сделал, это было бы еще лучше. Поэтому, во-первых, советовать я не могу никому ничего. Могу только сказать, что книга как форма взаимодействия человека, она очень особенная, и она теряет сегодня свою значимость. Потому что есть электронные книги, аудиокниги, есть... Нет книги, которая у тебя под мышкой, и ты пошел там в парк, сел и начал читать, или эта книга у тебя лежит все время в рюкзаке, ты куда-то едешь, ты все время ее трогаешь, чувствуешь. И потом ты эту книгу даришь другому, и в ней есть вот эта твоя связь с ней. И эта книга передается не как электронные книги, которые они могут копироваться просто. И от того, что их стало много, потерялась ценность того, чтобы эти книги читать. Раньше какую-то книгу надо было у кого-то выпрашивать, попросить, дай прочитать. И он то ли не хочет, чтобы ты этого знал, что в этой книге написано, то ли боится, что ты ее сделаешь вид, что потерял, и себе присвоишь, то ли чего-то, и он тебе не дает, и ты испытываешь такую боль внутри, что ты не будешь знать, что там в этой книге. То есть мы так сильно верили в то, что книга нам способна дать бесценное знание. Это действительно в этом есть, потому что ты один на один с автором этой книги, ты один на один с его жизнью, он тебе лично это рассказывает, ты это прям видишь, идешь по этим строкам. И мне очень во многом помогли книги, сейчас я их не читаю, потому что просто очень много того, чего проживаю, свои книги, которые не пишу. Я их не пишу, я их просто проживаю. И фильмы тоже, просто рассказываю их, я их не снимаю. Уже нету времени там камеру взять, пойти людей собрать. Пока это соберешь, уже другой фильм пришел, третий. Поэтому мы делаем чай, садимся, я просто фильмы свои рассказываю. И поэтому книги, как то, что дало мне какое-то понимание жизни, они уже свою роль для меня сыграли. Я не говорю, что я все знаю, я ничего не знаю. Это единственное, что я понял, что точно ничего не знаю вообще. Это единственное, что я знаю. И вот это то, что я ничего не знаю, мне помогает в жизни во всем. Не потому, что я скромный, а потому, что когда ты ничего не знаешь, в этом незнании может появиться все. Когда ты знаешь, ты ограничиваешь себя тем, что знаешь, и не даешь пройти туда чему-то того, чего ты не знаешь. А когда ты не знаешь и прошел опасный участок дороги, где мины были заложены. Ты не знаешь, и ты по-братски заговорил с каким-то высокопоставленным чиновником, с которым все преклоняются или еще. А ты подошел просто, сказал ему все. И человек вдруг почувствовал, что его человеком почувствовали. И вот это незнание, как инструмент, он не принимается умом, потому что для ума незнание это значит, ну вообще никак. А когда я стою перед чем-то, я пришел сюда, я не знал, что здесь будет. А если я пришел бы сюда приготовленным, тогда бы я потерял бы свою жизнь на вот эту фальшивую, как бы, имитацию своего вот этого общения с вами. А я шел сюда, и я не знал, что здесь будет, как здесь будет. Я просто знал, что если люди хотят меня видеть, то это большое счастье в этой жизни. И раз люди меня хотят видеть, хотят со мной разговаривать, если так случилось в этой жизни, то у меня есть возможность отдать им все, что у меня в моем сердце есть. Может, кому-то что-то, где-то, как-то, что-то, кто-то что-то почувствует. Это же не о том, что сюда пришел человек, который что-то значит. Ничего он не значит. Но раз он какой-то, как будто бы, да? Как будто он Далер Назаров, который как будто бы что-то. Вот это как будто мы возьмем сейчас, и в это как будто все вместе заходим и посмотрим, что там есть. И там, оказывается, ничего тоже нету. И там тоже страх сидит, та же ревность, та же вот это, не знает он, что случится дальше, не знает, что, вот то же самое. Но, может быть, вот это то, чего каждый испытывает внутри этого состояния, которое вызывает это общение сейчас наше, может быть, он найдет какие-то ответы сам,
а не через то, что я скажу. Я вот на это рассчитываю. Не на свою значимость, не на то, что я какой-то. А я готов открыться просто для того, чтобы каждый понял, что я точно такой же, как и каждый. Я с трусом буду по-трусовски разговаривать, с ревнивцем буду по-ревнивски разговаривать, со злодеем буду по-злодейски разговаривать, а не как судья. Потому что он во мне есть, этот злодей, этот ревнивец, этот трус. Я его пойму, я труса пойму, я с трусом буду разговаривать. Я не буду стоять над ним, как будто я какой-то. Или который там поет там по-другому или играет по-другому. Это его мир, это его выражение. И я его признаю таким, каким он хочет быть. Это его жизнь. Он не для того, чтобы быть лучше меня, и я не для того, чтобы быть лучше него. Места всем хватает. Пускай все поют, пускай все играют, пускай все будут лучше меня. По какой-то шкале непонятной. Хотя непонятно, кто лучше, кто хуже, как, кто это решает, откуда. Ну как? Кто? Как можно сравнить одного с другим, когда один поет, другой в этот момент не поет? Одновременно же они не поют, это же не бокс, кто кого точнее ударит. Когда он поет, только он на свете есть. Когда другой поет, только он на свете есть. Когда третий поет, только он на свете есть. В этом и красота искусства. В том, что там есть все место выразить себя и быть самим собой. Не пытаться становиться каким-то. И вот, когда мы приходим к тому, чтобы не быть каким-то, а просто быть, и нас любят за то, что мы просто есть. Не за то, что я памятник, не за то, что я там чего-то достиг в жизни, чего-то добился. Я же хочу, чтобы меня знали просто, как меня, а не как того, который что-то сделал. Я уже не помню, что я сделал. Оно не имеет ко мне отношения. Это просто история моя, которая прошла. Я хочу, чтобы человек со мной говорил просто, а не через Далер Назарова. Потому что через Далер Назарова не получится со мной говорить. Его нету. Это просто вымышленный персонаж. И поэтому вот эти беседы, эти разговоры о том, почему я сюда пришел, ты со мной говорил, что давай сделаем такую встречу. Я не люблю встречи, разговоры, все это. Но я понимаю, если от меня зависит то, что мы будем ближе друг к другу, как-то начнем понимать другую форму разговора. Не такую, что сидит умник, и он всем отвечает на вопросы. А он может взять и вообще так ответить, глупо, да? Что все увидят, что у него глупость тоже есть, и обрадуются, что он тоже глупый. Пускай так будет. Спасибо.